За мной остров. Его история, как он назывался раньше, как он называется сейчас, что на нем было раньше, что недавно исчезло и что появилось. С городом остров соединяла канатная дорога в центральной части острова. Хороший подарок, канатную дорогу, получили к началу купального сезона жители Днепропетровска. Установлен памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко, аквариум пресноводных рыб и террариум. С южной стороны остров почти полностью покрыт песком и представляет собой место для пляжного отдыха. А по вопросам рекламы и партнерства на моем канале пишите в почту v01@ukrnet. Под опоры нового моста использовались частично сохранившиеся опоры моста 1914 года. С 17 века остров называется Монастырский, а в 19 веке Буряковский, Богомоловский, с 1926 по 2015 Комсомольский. Водопад может работать в нескольких режимах, в том числе и экономичном. Спустя 12 веков, весной 1994 года, был воздвигнут крест как символ христианства. 35 железобетонных арок и оба металлических пролета по 52 метра каждый соорудили всего за 7 месяцев. Уникальным мостом, потому что он не прямой, а дугообразный.